Всем привет, меня зовут Лара Шу, и в этом видео я хочу дать вам понимание, почему необходимо позитивно мыслить. Это довольно-таки просто, это не эзотерика, это научные факты. Итак, мы, люди, рисуем человечка. Сейчас я нарисую такого человечка. Вот у него шейка, животик, глазки, позитивную улыбку, да, ручки, ножки. Вот у нас получился палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Давайте еще волосы ему подрисуем. Вот такой у нас позитивный, веселый человечек. Всем известно, это научный факт доказанный, что мы состоим из 90% воды. Все знают? Если не знают, можете загуглить. Итак, 90% воды. Наверняка большинство из вас смотрели документальный фильм, который называется «Вода». Если вы не смотрели, то вперед, его вам просто необходимо обязательно посмотреть. Итак, мы состоим из 90% воды. Доказано научно, что если мы берем стакан воды и наговариваем на воду добрые, хорошие слова, вода кристаллизуется, и кристаллы становятся воздушные, красивые, и эта вода считается полезной. Попробуйте на стакан воды произнести что-то негативное, то кристаллы становятся острыми, они становятся некрасивыми, и эта вода не очень полезная. Наверняка вы в детстве читали руссконародные сказки, где была живая вода и где была мертвая вода. И когда главный герой выпивал живую воду, он оживал, а когда выпивал мертвую, он умирал. Так вот, логично, давайте теперь подумаем. Если мы постоянно используем мат, постоянно находимся в негативе, то какие кристаллы будут в нашем организме? То они наверняка будут острыми. Они наверняка будут приносить нам вред. Почему? Потому что мы состоим из 90% воды. Если же мы постоянно будем в позитиве, думать о чем-то хорошем, то в таком случае наши кристаллы в нашем организме, они становятся красивыми, снежинками, пушистыми, мягкими. Простой пример из жизни. Люди верующие, женщины стопроцентные, они светятся, они дают добро, они сами по себе, и хочется обнять, прижать. Эти люди сами притягивают. С ними хочется общаться, с ними хочется разговаривать. Согласитесь? Так в таком случае, если мы это понимаем, что мы состоим из 90% воды, что нам необходимо всегда мыслить позитивно, теперь вам что-то мешает это сделать? Начать мыслить позитивно. Для чего я сняла это видео? Я приглашаю вас на свою консультацию по позитивному мышлению. Добро пожаловать! Что мы будем там делать? Первое, я дам вам обязательно домашнее задание, которое мы будем разбирать на консультации. Мы выявим вашу проблему и будем делать упражнения, направленные на позитивное мышление. Почему именно позитивное мышление и почему именно я? И почему я организовала консультацию, которая будет идти 2 часа дистанционно? Все очень просто, ребят. Дело в том, что буквально 13 лет назад вот этот человечек, который перед вами стоит, очень много пил. Если конкретно, я бывший алкоголик. Как говорится, бывших алкоголиков не бывает, да, с этим тоже не соглашусь. И женский алкоголизм неизлечим. Все лечится при желании и все делается, если вы этого хотите. Когда я бросила пить, было очень тяжело восстанавливаться, потому что мир вокруг тебя был непонятным. Я не знала, как жить. Я начала с того, что я начала читать различную литературу, проходить тренинги, курсы. В общем, я прошла столько, что можно купить квартиру в Москве. В итоге сейчас перед вами стоит человек, который похудел на 10 килограммов, не пьет, не курит, занимается спортом, верит в себя, у него есть цели, и я к ним иду. Так вот, опыт и знания, которые я накопила за эти 13 лет, я как раз хочу вам передать на этой консультации. Что будет на консультации? Я вам дам домашнюю работу, которую вы сделаете дома, мы ее будем разбирать. Также мы определим вашу проблему и будем делать упражнения, которые вам будут необходимы для первого шага, чтобы поменять негативное мышление в своей голове. Понятно, что опыт и знания не даются бесплатно, поэтому моя консультация платная.
Ребят, но есть такой замечательный выход. Если вы посмотрите это видео, поставите лайк, расскажете своим друзьям и напишите мне в WhatsApp 8-985-447-2087, написав слово «Я хочу», то вам будет очень хорошая скидка. Хорошего вам дня, позитивных мыслей и удачи! С вами была Лара Шум. Подписывайся на мой канал и ставь лайк.